И сейчас приехали в одно из интереснейших мест. Мединет Хабу. Это погребальный храм, который был построен специально для Рамзеса III. Когда он только вступил на пост фараона, так сказать, с тех пор начали строить вот этот большой, огромный храм. Это комплекс огромнейший, просто умопомрачительный. Здесь такие вырезы в стенах, здесь столько работы, и представьте, что это все было цветное, что это все было в каких-то драгоценностях раньше, потому что фараоны верили в загробную жизнь, и поэтому выстраивали для себя вот такие вот комплексы, типа умер и живешь вот в этом прекрасном месте. Я вот хожу и прям поражаюсь, насколько это круто. Вот передать свои эмоции не могу. Это надо приехать и ощутить. Мы где-то в детстве читали книги, в школе изучали историю Древнего Египта, смотрели много фильмов, много всяких там National Geographic, BBC или просто каких-нибудь художественных фильмов. Но вот приехать сюда теперь по-настоящему все это увидеть, в миллионный раз, наверное, уже говорю, прикоснуться к этой истории, это что-то вообще с чем-то. Эмоции переполняют. И в Луксоре таких мест, это не самое лучшее место в Луксоре, но я уже влюблен в этот город, потому что у него такая история. Ни в коем случае не в местных жителей, которые сейчас здесь живут, а именно в эту историю, в эти храмы. Это была великая нация. Вы посмотрите, что они творили. Я вот поражаюсь, просто поражаюсь.
знаю, верить или не верить ему, мнений много, но тем не менее утверждают, что 3500 лет вот этот цвет сохраняется. И я, конечно, поражен. И чем дальше мы идем, тем интереснее рисунки, такие колонны. Столько творчества, я не знаю. Все колонны взмывали в небо, была такая красота, невероятный коридор, шел фараон. Будут дети, внуки, они тоже должны знать эту историю, вот эту красоту. Можно приехать. Кто знает, завтра вдруг вот исчезнет куда-нибудь. Подорвут к херам, как в Сирии. После просмотра такого прекрасного храма мы зашли поужинать в Луксоре. Заказали шашлычок из курицы и заказали кефта, полный шашлычок. Я заметил, что в некоторых кафешках, как аперитив, приносят суп. И поэтому для начала мы покушаем какой-то опять чечевичный супчик, но вкусный. Салат, хумус, соусы какие-то, варим, лепешечки. И сейчас еще будет шашлык. Вот она красава. Вот мы сейчас объедимся, да? Это у нас Армения. А мы еще на ужин пойдем? Просто сейчас вечер, чтобы вы знали. Сейчас 6 часов вечера, и мы обедаем. А сегодня у нас еще заселение в отель, поход в музей. Много дел, короче. Мы приехали в наш отель, который называется Нил Касл. Он находится прямо на берегу Нила. Выглядит действительно как замок. Мы только что были наверху, там невероятная терраса. Луксорский главный храм виден, подсвеченный вечером. Прохладно, свежо, круто, машинку припарковали, номер с белыми простынями, со всеми делами, пойдем заселяться. Отлично, заселились, 7 вечера, но это еще не вечер. Мы идем посмотреть музей мумификации, который находится в центре Луксора, нам нужно переправиться на ту сторону, по ту сторону Нила он находится. Вроде как ходят лодочки по 5 паундов, сейчас пойдем и проверим это. Мы сели на паром, он стоит 5 паундов на человека, это 25 рублей. Не знаю, во сколько отправляется он вообще и сколько он идет, но сейчас мы переправимся на ту сторону и пойдем в музей. Вечерний Луксор прекрасен. Здесь атмосферно, классно, мне даже чем-то напоминает такая спокойная атмосфера Лонг Прабанг. Не знаю почему, но вот так. В итоге пришли мы в музей мумификации, а оказывается график работы изменился и закрывается он через 30 минут. 30 минут слишком мало, чтобы понаблюдать за всем этим. Мы хотим хотя бы час-полтора, поэтому придем сюда завтра или послезавтра. Вернулись мы в отель, а нам поменяли номер. В общем, сказали, что в том номере не работает душ, что-то там с горячей водой не то. И нам дали другой номер, посмотрите. Значит, в старом колониальном стиле. Идемте, покажу кровать. Тут прям какая-то принцесса Диана со своим принцем спали. Очень большая, крутая такая колониальная кровать. Весь дом, в принципе, он сделан в таком колониальном стиле. Вот жила какая-то зажиточная такая здесь семья раньше, когда еще, мне кажется, не было арабов. Это вот ничего арабского в этом доме нет, ничего восточного. Пару светильничков только снаружи повесили. Остальное вы видели здесь, какие есть штучки?
старый древний комод со всякими вот такими вот интересностями. Ну, явно не арабская тема. У нас еще, ну, вот это гостиная, у нас теперь есть холодильник охлаждать наши напиточки. Туалет с ванной у нас в коридоре, но они огромные. Джакузи, все дела там. И балкончик, который мы вам покажем завтра. Вот, сегодня с музеями у нас не сложилось, потому что каждый закрывается там в 8 часов, вместо написанных в 9, в 10. Поэтому посетим мы их завтра или послезавтра. А сегодня строим маршрут, прощаемся с вами и увидимся завтра. Доброе луксорское утро. Нам принесли завтрак в 7:30 утра. Правда, мы пришли в 7 на завтрак, но что-то мы его долго ждали. Фалафель, яичника, сыр, салатик, бобы, виноград. В общем, очень классно. Сейчас наедимся, и сегодня у нас глобальные большие планы. Поедем путешествовать и показывать вам одни из самых главных достопримечательностей Луксора. Приехали мы в долину царей. Вот сейчас сидим на поезде, на трамвайчике на таком. Ждем, когда поедем ко входу. Купили билеты, значит, сегодня открыто штук 6-7 тумбов. Стоит, значит, билет входной 240 на человек. Помним, да, что умножаем на 5 копеечка это. Вот еще один за 240. Значит, дополнительно мы взяли Тутанхамона гробницу. Вот стольник на одного человека, вот стольник еще на одного человека. И дополнительно, чтобы делать фотки внутри гробницы и поснимать для вас, дорогие друзья, видео, это стоит 300 египетских паундов, что значит где-то 1650-1700 рублей. Итого мы только что отдали 5 с лишним тысяч за то, чтобы посетить 4 гробницы. Поехали, посмотрим, стоит ли оно того. Мы отметили для себя некий список гробниц, которые мы посетим. Провели, так сказать, у карты минут 5. Погуглили, какие как выглядят, для того, чтобы понимать. До этого я изучал рекомендации. И сейчас мы пойдем смотреть 4 гробницы. Мы сегодня посетим, покажем вам их. Насладимся, я надеюсь, этой загробной историей и тематикой. И надеюсь, вы тоже получите удовольствие от просмотренного видео. Туристов совсем мало, совсем мало. Просто вот мы подъехали, 2 микроавтобуса и несколько легковушек. Мы идем, одни, вот одна группка сидит, что-то рассказывает, там все, больше никого. В сезон здесь не пропихнуться, а сейчас вот просто блаженство. Да, этот сраный вирус, он многое попортил, но тем не менее сейчас вот можно прогуляться спокойно, не напрягаясь, и посмотреть это все. Сейчас мы прикоснемся к истории. Мы зайдем в гробницу Рамзеса III. Первая наша гробница. Отдельной комнаты.
не знаю для чего они, потом изучим, но здесь классно, очень красиво. Закончили осмотр гробницы Рамзеса III, фараон древнего Египта из 20-й династии, правивший примерно в 1185-53 года до нашей эры. Это было очень давно, и вот мы посмотрели, что до сих пор сохранилось, и можно прийти и увидеть, отдав несколько купюрок. Пойдем дальше смотреть следующую гробницу. Заходим в следующую гробницу. Гробница Таусерт и Ситнах. Таусерт – это царица 19-й династии, а Ситнах – это король, фараон из 20-й династии. Он же отец Рамзеса III, у которого мы были только что в гостях. Пойдем посмотрим. Говорят, что она очень длинная и вся открыта, в отличие от первой. Опять же, я не знаю, насколько реально сохранился этот цвет, но оно все такое цветное, хотя эти уже блеклые цвета. Я вот даже пытаюсь представить в голове, как это было, когда это только сделали. Это такие цвета, это такая насыщенность, то есть такая перламутрово-блестящая комната, наверное, была по подземелью, этот саркофаг, гробница. Невероятно красиво. И мы сегодня можем стать свидетелями этого, увидеть эту историю. Круто! Со смертью, потому что фараон был мертв и нужно было захоронить. Слишком рано, не успел посмотреть свою гробницу до конца сделанную. И, собственно, после смерти строительство уже не продолжают. Все. И вот, пройдя дальше по коридору, мы видим то, что сделано. Комнаты большие, прям выбиты, с двух сторон одинаковые. Вот на эту сторону посмотрите, одинаковые. Но там ничего нет, потому что работы просто не успели начать. Вот здесь мы можем увидеть, что уже очертания придали животных некоторых, вот здесь персонажей. Но это ничего не раскрашено и не доделано работы.
Дальше вглубь уже, мы прошли половину саркофага, он весь цветной, красивый, а дальше вглубь работа не закончена. Но там в конце есть гробница. И сейчас мы спустимся в гробницу царя Сетана. Здесь, конечно, его тела уже нет, но здесь есть его саркофаг. Позади меня саркофаг Сетанаха, царя. Собственно, вот в этом камне, в большом саркофаге, помещалось еще несколько саркофагов. И самый главный, самый маленький, был золотой, вместе со всякими украшениями. И туда, собственно, хоронили уже мумифицированное тело. Thank you.
изображением самого Рамзеса. Здесь бетонные плиты разбитые. Я бы не сказал, что это плиты, это просто какие-то нереально огромные куски. Возможно, это был пьедестал, и саркофаг находился прямо вот здесь. Соответственно, тела мумии здесь нет, здесь только сам саркофаг. И идеально сохранившийся потолок, стены, рисунки, вырезы. То есть гробница сохранена максимально идеально. Я думаю, она еще много-много веков простоит в таком виде. Советую сюда приезжать, это глобальная, великая история великой нации, великих фараонов и все, что с ними связано. Я удовлетворен, я доволен. Отлично, посетили долину царей, посмотрели 5 гробниц, я очень доволен. Когда мы подъехали с утра, вообще практически никого не было, было пару минивэнчиков, а сейчас вот уже даже Анекс-тур автобус появился, несколько этих, но это совершенно минимум, поэтому если вы хотите посетить Египет, наверное, сейчас, вот в ближайшее время, я надеюсь, этот выпуск вышел сразу после нашей поездки, а не сильно задержался, как некоторые, вот, поэтому сейчас вот самое время здесь путешествовать и ездить. Я доволен. И теперь нам надо подзабить наши желудочки чем-то перед тем, как дальше смотреть достопримечательности. Поедем, скорее всего, туда же, где вчера кушали вкусную еду. Нам принесли еды. Это, как обычно, очень много. Много курицы, много помидоров. Помидорки гриллированные, помидорки свежие. Перец на гриле, перец свежий. Бобовый салат, хумус. Рис с карри просто фантастический. В общем, недорого, очень вкусно. Не смотрите то, что здесь не очень уютно, зато здесь по-местному классно и вкусно.